Так, в предыдущем фрагменте нашего занятия мы создали мир, заселили его жирафами, ну, то есть сказали, появись у нас 500 черепашек и примите все формы жирафов, которые рассеяны по поверхности. Здесь я немножко увеличил размер, чтобы было лучше видно всех наших жирафов. И мы хотим теперь освоить управление их поведением, чтобы они ходили по экрану и, может быть, как-то взаимодействовали друг с другом. Но сначала запустим их поведение в плане перемещения по экрану. Итак, что нам для этого понадобится? Нам нужна будет кнопка запуска, то есть когда нажата кнопка Forever, что делают наши агенты. И мы скажем ей пока самое простое движение, мы возьмем Forward. И скажем, что мы будем двигаться на один шаг. Давайте посмотрим, что происходит. Итак, мы запускаем код. А сетап у нас уже был. Вот forever. А почему они у нас все исчезли? Интересно знать. Куда делись наши агенты? А вот они. И они бродят у нас по экрану. Ничего с ними пока не происходит. Они сталкиваются, но это ни к чему не приводит. Теперь мы это остановим и скажем, что мы хотели бы посмотреть, а что будет происходить в момент столкновения. Это у нас раздел и возможность detection, определение событий. Ну и мы просто добавим он collision, с кем у нас будет происходить столкновение. Ну а пусть оно будет происходить с кем бы ни было. То есть тут у нас пока только наши жирафы бродят. Но мы скажем так, самое простое, с кем бы я ни столкнулся, я погиб. И посмотрим, что будет в этом плане происходить с нашим агентом. Он просто будет исчезать. Ну, то есть, вот здесь у него не дай стоит, не умирание, а просто уничтожение. Так, давайте мы перезапустим все, запустим код и запустим действие. Так, ну давай, двигайся. Где наши все черепахи? Такое ощущение, что сразу все умерли. Что неправильно. Итак, сетап. Почему у нас количество агентов? А, похоже, что они сразу же вступили в коллизию с кем-то. А вот теперь они потихонечку начинают бродить. И обратите внимание, как только мы сталкиваемся с каким-то другим агентом, мы погибаем. То есть, по-хорошему, у нас в результате должен остаться одинокий жираф, который ни с кем не столкнулся. Либо, если они столкнутся все, то мы получим чистое поле. Ну вот, такая первая модель у нас заработала. Можно делать ставки, кто у нас останется в конце. Но, тем не менее, мы получили первую модель поведения, в котором агенты взаимодействуют между собой. Самым таким, на самом деле, неприятным образом они друг друга уничтожают.